Всем привет! С вами я, Супер. Сегодня будем играть в CSGO на карте Cobblestone. Будем искать игроков. Надеюсь, моя тима будет нормальная. Ну, как обычно бывает в CSGO, это наоборот, у меня тима дно, а у противника супер киберспортсмены. Так что давайте посмотрим. Так, ну, как говорится, Шакалай Маклай, моя тима суперская, а противника тима дно. Блин, ну как всегда бывает один человек, который на одной секунде нажимает принять. Итак, у нас... Так, не хочу я выходить, отмена. Итак, у нас разминка. Давайте я сейчас поднастрою звук, потому что будет очень громко. Это я проверю в видео, так что... У меня динамики, у меня наушников пока что нету, так что... Давай звук убавься. Надеюсь, вам будет слышно, да? Ну, должно слышно. У меня только слышные звуки, так что выстрела. Так что, да. Купаем винтовочку. Разминочка. Ух, я последним зашел, потому что проверял звук, как говорил. И давайте покажем свой навык в разминке. Ну, как ни странно, разминка вообще ничего не решает. Это просто... Просто, чтобы другие зашли, успели зайти. Вот видите, вот я не убил никого, они меня убили. Эта разминка вообще ничего не решает. Тупо как... Воу, кстати, я подобрал чью-то винтовку. Даже покупать не пришлось. Ну, 5 секунд. Давайте тупо здесь сейчас зажмем. Ого! Одного убили, кстати. Вак-момент, да? Вак-момент. На самом деле, тупо зажал и все. Hello, team. Так, всё. Ну, ихние микрофоны слышны для меня. Так что, да. Всё. Ничего не будем покупать. Хотя можно бронежилет купить. Ну, я смысла не вижу. Если садюсь, так садюсь. Так. Две патроны зря потратил, сейчас напишите, да? Ну, в принципе, две патроны ничего не решают тоже. Эй, Джок, сори, Джок. Ну, так. У меня 120 пинг. Ну, я всегда так играю, у меня никогда нормально стабильного пинга никогда не бывает, так что, да. Мне кажется, это хитрый. Потому что, ну, сами подумайте. На Б уже пару секунд нету их. Так, перезарядим. Юспик подберу. Юспик, потому что мне очень сильно нравится. Ну, я слился как мудло. Как дно. И сейчас вы напишите, разминка решает, да? Ну, давай, 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 Фэт. Не знаю, по воздуху стрелял, в принципе, как я. Ах, да уж, я нубло. И что-то зря закупил, мне кажется. Этот, ну, я надеюсь, что 5-7 я всех заберу. Еще, как ни странно, я коллекционирую граффити по одной штуке. Когда-нибудь, я надеюсь, я стану киберспортсменом, и, типа, мой одно граффити будет, типа, решать раунд. Что-то я очень много патронов потратил на 5-7. Так, ладно. Играем. Меньше болтать, больше дела. Бля. Никого не... Ух, я нубло. Я дзно. Ну, всегда, когда записываю, я дзно, а когда я сам играю, я вообще топовый киберспортсмен. В скобочках нет. Давай, давай. Ну, ножиком не подуйся, давай, давай. Да уж. Я не русский местник, как ни странно. Хотя хотелось бы быть им. Зря покупал бронежилет с фасеоном и проебал тупо 1500 баксов. Вообще ничего не буду покупать тогда. Хотя на нашей системе он был. Ну, дольки лов, ну как всегда. Все, я на них пойду. Сена, ну ладно, надеюсь, что это. Вон и. Да, нам уже пизда, у нас никакого дропа нету. Этого желтого буст никак не спасет мне, мне так кажется. Боже. Найс.
Хотя нет, хотя нет. А, ну нет. Что, закупаемся? Ой, ладно, закупаемся. Я не буду покупать дефускит, мне кажется, тупо не доживут до того, что разминирую бомбу. На Б пойду, закину зажигательную гранату. И надеюсь, как-нибудь это затащу. У меня самая тупая тима. Не тима, блин. Самая тупая тактика. Тупо подкинуть гранату. Вот так. Ну и ждать игроков. Иногда я туда смог кидаю, когда у меня очень много денег. Чуть-чуть адреналина надо. Окей. Go B. Мне кажется, надо помочь нашим товарищам. Help me. Nice. Take AVP, Блин, я ничего не сделал вообще. Ну ладно, сейчас попытаемся. Блин, я на последнем месте, еще называется две звезды. Хотя когда-то у меня был палач. Так. Зажигательную гранату. Please one go B. Я еще вот так люблю кидать гранату, чтобы она туда отходила. И люблю здесь еще чекать. Вот так я кидаю смок. И когда игрок выходит, к примеру, он не успевает ничего заметить. Сейчас должен быть там дым. Волой я как-то криво кинул гранату, ладно. И цей. Чего они не помогают наш? Я там вижу авапера, так что, в принципе, не надо выходить, но я попытаюсь как-то его забрать. Мне бы хотя бы по-хорошему одного забрать, и будет прекрасно. Забрал. Гараж! А дефуз? Вот, не зря дефуз кит покупал. Или у кого-то подобрал, я даже не знаю. Ну, затащили раунд, так что хорошо. Чё там, калаш есть? Нету калаша, по-моему. Да и аук мне по душе лучше. Либо хотя бы ССГ. ССГ, вот. Хотя ССГ, я не умею стрелять так ровно. Но бывает вак момент, да, бывает. Как говорится, если адреналин есть, то можно затащить всех подряд. Блин, я зря не покупал гранаты, потому что мне гранаты здесь сейчас понадобятся, если это Б. Я помню, еще фальсовал, но двоих убивал прям в хэд, именно в этой точке. Вот так подпрыгивал, смотрел. Ну, мне кажется, они сейчас выйдут, я зажму тупо и убью, надеюсь, нескольких. Вот так я примерно стреляю, вот как видите. Адреналин решает, реально, адреналин решает. Так, ух. Там еще чувачки сейчас должны выходить. Забрал. Go B, please, go B. Окей. Okay. Thanks, Алтану. Rush. Nice, very nice. Good job, my team. Автонубка побегу, либо отдать этому. Окей, окей. No problem. В принципе, надо тиму отдать, потому что у меня бабла до хера. И я еще при том, что на первом месте, вау. То есть вы видели, на последнем месте 0 киллов было, и сейчас... Ладно, надеюсь, затащим. Самое главное, чтобы не проиграть за Т. Ну, за Т, в принципе, проиграть невозможно. Там тупо Т покупаешь на первом раунде и рашишь вот именно эту точку. Я когда эту точку рашу, я всех убиваю просто.
Ну, посмотрите прям. Go B, please. Вот, видите? Ну, блин, я тупанул, зря перезаряжался, моя тима тупая, дно пошла все на... Go B! Чё они тупят, блин? Синий вообще АФК. Типа крутой, в скобочках нет. О май гад, блин. Go B. Пантлайн. О май гад. One chicken, last chicken, last chicken. Чикен, чикен. Your chicken, your грубый. Это грубый же ажмана его чикен. Найс, good job, defus. Ну найс, хотя бы желтый затащил. Сколько там урона? Хер знает, у меня все размыто, у меня на минималках все стоит. Так что да. На минималках сейчас 125 пинг, да. У меня комп дно, и интернет дно. А, ладно, может дроп дадут, нет? В принципе, дроп мне не нужен, я могу сам закупиться. Так, оук, зажигалка и дифуз. Хотя, я вот говорил, мне гранаты не хватает. Гранаты нужны. И я сейчас не буду кидать осколочную гранату, как я понял, это бессмысленно. Как зажигательный кин, надо потом только кин, когда увидишь противников. Прям когда 100% знаешь, что там они есть. Так что надо экономить. Десандр, зажим своего ауга, можно в хэт попасть. Ёкарный бабай. Хотя я с ауга тогда тоже попадал, когда была разминка. На последней 5-й секунде, по-моему. Грин, go boost me, go boost me. Boost me, куда boost me? Да go, go. Зажал кому-то там урон нанес и отошел. Нормально, в принципе. Help. Yellow, help me, please. Nice. Блять, хуйню сделал. Даже сказал микрофон, ладно. Один на один. Ну, надеюсь, желтый затащит. Не надеюсь, я 100% уверен. Потому что он на первом месте, он заметил уже противника. Good job. Nice. По-моему, это Скайвокер, если не ошибаюсь. Да? Когда он встретился с Оби-Ван Кеноби. Блин, денег очень мало, но дефуз кита я все-таки куплю. Хотя я могу у кого-то подобрать. Но смысла уже нет. Please go 1B. Yellow go B. Ну, конечно, я 1B, они все, блин, на, блядь. Я подкину, там флешка была. Ну, если я сейчас отойду, чуть-чуть здесь буду сидеть. На супер точке. Ну, блин, откуда он увидел вообще? Ну, наверное, прочекал, да, прочекал, потом, когда увидел красный вопросик, и меня убил. А моя тема найс вообще. Пишу, what team? Да, ничего не буду писать. Тупые, значит, тупые. Сейчас, наверное, даже не будем... Нет. Я как понял, вот этот круг и... Ну, короче, синий и желтый, они в тиме. Фиолетовый и оранжевый в тиме, так что, в принципе, смысл кикать кого-то я не вижу. Найс, напишу. Найс. Да, английский прям от бога. Так. Ну, короче, если сейчас в фейсом сольюсь, я просто убью кого-нибудь фиолетового, например. Лицо, ничем. Я не хочу разойти на Б, пусть оранжевый сливается и посмотрит мою боль.
Хотя это... Буст ми. Все, мы должны затащить. Меня туда не будет. Я боюсь, что там меня ждет только смерть. Мне кажется, это типа... Хотя нет, все. Окей, don't rush. Буду эту точку чекать, а он там. Окей. Ух ты ж, я тупо, ну я долбоёб, бля. Сори. Блин. Ну сейчас из-за меня, да, это из-за меня. Ладно. Сейчас игрушечку. Ну я совыпал вообще на блок. Слишком медленно Петра заряжается. Ну а ВП, да, с одного выстрела убивает. Ну я сейчас попытаюсь показать свой скилл, если меня не собьют. Я, по-моему, ранил. Я сброшу песиком, пойду. Я хочу дроп поднять. Ёбаный воробыш, как не вовремя. Попал, по-моему, 4 ранил. Изи. Сковочка, нет, я потел, да? Give me ADP. Give me ADP. I'm good sniper. Give me. Мне кажется, желтый снайпер. Me, I'm creeper. Желтый, потому что первый месяц. Хотя нет. Ну, но если я на первый месяц пошел, я ему желтый погиб будет на первый месяц, то он более лучший делает. Если я мочку куплю лучше и буду сидеть здесь. Хотя здесь я не хочу сидеть, я хочу напасть. Больше там бомба. Ой. А это самая топовая точка, где либо здесь, либо здесь. То и то место, в принципе, топовое. Или вот здесь. Самое киберспортивное место, где здесь вы тупо сидите с подставкой. Чекаете эту местность, ту местность, либо вас тупо убьют. Окей, ладно, это бы, в принципе, ну мне так кажется. Потому что долго они не будут присиживаться. Здесь тупо можно зажать, если что. И меня зажали. Я очень мало урона нанес, так что не буду говорить, что даже. Ninja Defuse, nice. Good job. Ninja Defuse это самое топовое. Просто кидайте этот... смог и дефусить на изи. Редко это бывает, но... Мне даже этот квест, по-моему, даже не выполнен. Надо потом попробовать. Да уж, 3 игрока не могли тупо зажать на смог и убить Оби-Вана. Точнее, Скайуокер. Что-то туплю. Ладно, ничего не буду говорить по Звездным войнам. Тупо буду играть. It's A. Хотя они могут перекантоваться и пойти на Б. Пойду Б чекну. Need speed.
Блин. Сам сказал бы и сам слился, Настя. Блин. Ладно, нечего сказать. Сейчас дроп никому не буду давать, потому что попытаюсь АВП как-то затащить. Потому что у меня денег нету на шмот. Пусть они уже с дробовиками ходят. Ну чё ты стал-то? О май гад. Ну это Фиолет тут сам стал под курок, так что да. Так. Проверим точку. Ну это все-таки он. Блин, ну сука. Бля. Фанолога-то убил их, ехидзе. Ну, за террор будет легче. Сейчас увидите, как я суперский рашу. Я умею рашить. Тупо так покупаешь, зажимаешь, что-то кликаешь, в хэт попадаешь и все, изи как. Я лов гоу.
Раш, раш! Ну чё он тупит-то? Чё, зайти ещё что-то сложно? Вот зажимаешь просто и убиваешь. Они стоят, тупят. Сюда идёшь, вот так. Пока не думаю, что мы сидим на бомбе. Мы не сидим на бомбе, я тупо рашу. Но я так не делаю. Где последний? Мне кажется, последний на... Где-то тут. Либо пока сидит. Сейчас чекнем здесь. Надеюсь, я не бомбу буду чекать. Вот, видите, зажал просто и в хэд. Изи катка. Люблю так писать. Изи. Из стима. Настя. В принципе, раш чуть-чуть умеет, но желтый тупит что-то. Желтый тупит, типа думает, что не раш, а мы затащим. Лучше рашить. Они, конечно, все на А пойдут. Я на Б. Попытаюсь на Б убить почти что всех. Подожду сейчас пару секунд. Кину флешечку. И чекну все точечки. Зажму, перезаряжусь. Мне кажется, на Б еще один должен быть, либо двое. Губи. Тебе вряд ли они пойдут. О, бизон. Так, один там, один тут, да? Все, ласт там, я иду. Я иду его убивать. Тупо на карту смотрите на последнего игрока, как чекнули наши союзники, и убивайте его, тупо зажимая. Тупо зажимая, потому что он не сможет прочекать две точки, то есть спереди и сзади. Сейчас будет создано так, что вы в реальной жизни, конечно, сможете, наверное, посмотреть назад, но вы не успеете среагировать на происходящее. По желтому, да, бомбы. Ну, блядь. Ладно, похер. Бомба нам не нужна. Если захотят, бомбу возьмут. Потому что зачем мне бомба вообще? Я не люблю плантить, когда я, ну, зато... И не люблю, когда мне молоты кидают, потому что можно поджечь. Блин, подлагало, конечно, чуть-чуть. Go be plant. Be clear. Вот, видите, неожиданно зашел. Он думает, что, ну нет, они там на планту сидят, а хер. Я так не сижу. Я люблю тупо рашить и убивать. Блять. Ну, они уже, наверное, прогадали, что моя тактика такая. Чек дор. Дор. Надеюсь, он убьет. Либо желтый поможет. Ну фак. Желтый лучше, чем пленчик. Мне кажется, лучше надо было убивать. И сейчас тупо слили катку из-за желтого. Хотя из-за меня тоже, потому что я бомбу зря скидывал. Меня бы никто не убивал. Бомбу вообще мне лучше не давать. Не буду бомб. Я ее либо ее тупо скидываю, чтобы тема как-то под... Дадим калаш. Хватит. Хотя я мог бы еще второй калаш, но если желтый захочет, может купить. Тоже у него деньги хватает. У меня не так много. Голуби близ. Близ, да? Вот там. Я еще люблю так флешечку кидать. Ну, вот так. Тихонечко так. Бах, бля. И все, заходишь, убиваешь все. Блять, ну что за хуйня, ебаный калаш? Ну нахер, лучше как это называется? Петушка куплю. По 90. Не то легче использовать его. One very low, one big. Ну я не знаю, эту катку мы должны затащить, по-моему. Фиолетовый, конечно, каким-то говном занимается. Синий тут подохнет, мы и проебали, короче. Да. Ладно. Ладно. Team, please go be rush.
Напишу им, чтобы они поняли. Я им, короче, дроп не буду покупать, они просто тупые, тупо сливают. Хотя я тоже слил калаш, но я попытался вот кого-то убить. Они еще мне не сделали, по-моему, П, то есть, как это называется, это... Хер знает, короче, помощь, что ли. Зажал, убил, найс. Подобрал другой калаш. Да, блин, не стопся, блядь, раш. Раш Б, план Б. Блядь. Блядь, ну, конечно, дробаша меня убил, пидор лила. Блядь, бот еще этот ебаный. Чек дуар, гоу би. Че этот оранжевый тупит? Бомбу, че не понял. Чек дуар. Шорт. Че они делают? Че они ничего не занимаются вообще? Сейчас еще этот один против троих убьет всех. Раш. Найс. ФП. Что там он сделал? 150 дамага, по-моему. Из двух выстрелов. Или две патроны типа покупали. Из дробаша. Все, ихние чуваки ливают. 24 часа бана. Один год. Так что мы должны здесь тупо затащить. Хотя у нас у одного пинг 100, почти 200. Почти 200. Так. Флешечка. Я не знаю, как буду монтировать этот видос, потому что он будет гигабайт весь, может, больше. Убили. Люблю по одной пульке тоже стрелять. Хотя я это не часто делаю. What the fuck, эй? Go be! Nice team. Чё они тупят? Хотя уже там они сдаются. Фак! Чек мид. One мид. Last мид. Nice, good job, team. Ну все, мы тут затащили, они уже сдавались. Лузер, напишу, лузер. Да, смысла нет, мне кажется. Хотя наша тема тоже лузерная. Не только. Можно сказать, чуть выше, чем ихняя тема. У них только один чувак тащит, который 24 кило и 3 звездочки. 3 победы. Флешечка сейчас зайдет, и мы всех убьем. Я надеюсь, всех убью. Флешка. И сейчас их не вся тема. Хотя никто вообще, никого нету здесь. Лол. Гоби. Один то ли тут, то ли тут. Go B! Guys, go B! Я лучше за пончик пойду. Nice help, orange! Diffuse! Plant. Diffuse, блин. Yes, diffuse, you don't plant the weapons, nice diffuse, it's nice. Да нахуй, короче, ничего не буду писать. Что-то тупанул, не пустил. Блять, ну проебали, мне кажется, это даун сейчас сдохнет. Хотя нет. Дефус сказал, что-то тупанул, ладно. Так. Ладно, надеюсь, дроп-то тут. У них там куча бабла. Ой, ладно, может теперь наводить. Потому что ихняя команда проигрывает. Можно пойти. Сейчас специально они все пойдут на Б. Я люблю вот здесь тоже сидеть. Сейчас. Блин, сидеть и потом не могу сесть. Блин, я думаю, это у меня граната, а это не граната. Ладно, идем. Green, left, green, what the fuck?
Плэнк за плэнк. Так. Ладно, сейчас гранат надо закупить все-таки. Все-таки одной флешкой я ничего не сделал. Все, два раунда мы затащили. Хотя я не знал, я думаю, мы проиграем, кстати, да. Куда пойдем? Ну, давайте еще раз. Молоту туда подкину просто. Сейчас, смотрите, тактику сниму. Флешку туда. Потом молота. Потом можно гранату подкинуть. Еще некоторые ЧСБ идут, так что надо подчекнуть здесь. Может, кто-то пройдет. Ладно, никто не пройдет, наверное. Все, все флешки, все гранаты потратил. Да, вот, видите. Кто-то прошел и убил, я просто идеально. Сейчас где-то здесь может быть. Двое, ёкарно, бабай, two meet. Давайте убивать. Давай, синий, давай, с АВП, давай, зажимай, найс, все. Хотя он ничего не сделал. Все, последний раунд. Они уже должны сдаваться, уже понимать даже. Все, у меня деньги есть, могу даже купить такой пулемет. Так, вот такой пулемет. Хотя он не нужен, по идее. Давайте купим просто, по фану. Пулеметом тупо будем зажимать. Флешка. И залетаем просто. Да-да-да-да-да-да-да. Ра-та-та-та-та-та-та. А сейчас будем тупо сидеть возле бомбы. Ну, мне эта дверь, которая нравится. Можно здесь зажать, если что, кого-то убить. Ну, Настя, граната вообще. Ах, блин, я думаю, сейчас зажму и всех убью. Окей, найс, Тим, good job. Бум. Все, изи катка. Да, затащили за террористов. Сейчас посмотрим, может быть, сейчас АВП дает нору, и это видео войдет в историю. Револьвер, ладно, револьвер, какой там костяная, короче, говно, ебан. Ладно, все. С вами был Супер, если понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Всем удачи и всем, пока-пока. Еще можете подписаться на мою группу ВКонтакте, все ссылочки в описании ролика.